Как защитить наших детей от стресса? С какими проблемами сталкиваются наши дети? Бессонница, стресс, страх? Как помочь им? У нас есть такие средства, как эфирные масла. Они работают мягко, нежно и абсолютно безопасно. Что можно порекомендовать при стрессе? Перед сном искупайте ребенка в ванне с маслом лаванды. Если ребенок плохо засыпает, перед сном на подушку капните одну каплю масла лаванды или апельсина. А если ребенок плохо встает по утрам, то за полчаса до подъема капните стимулирующие масла на подушку. В детском саду после того, как переодели, капните на одежду либо успокаивающие масла, либо масла адаптогены. Для повышения контактности и для профилактики инфекций используйте композиции масел в аромамедальоне. Также используйте при стрессе аромалампы. Почему именно у нас нужно покупать эфирные масла? В детской практике разрешено использовать масла только высокого качества. Всем этим требованиям удовлетворяют масла швейцарской компании «Лексан Ароматика», поставляемые для фирмы «Вивасан». Масла этой компании применяются во всех клиниках и детских учреждениях, где разрешена ароматерапия. Заказывайте натуральные высококачественные масла на нашем сайте «Здоров и красив.ру» или по телефону 916-802-65-42. Узнайте, как стать обладателем дисконтной карты и получить скидку на всю продукцию.